Погода постепенно ухудшается, дожди превратили грунтовку в непролазное болото. А мы продолжаем испытания Mitsubishi Outlander Тверской распутицы. Весной Pajero Sport весьма успешно проходил экзаменацию с Звенигородскими лесами и стоически переносил трудности русской дороги. Но сможет ли кроссовер повторить подвиги рамного внедорожника? Напомню, что мы едем не на рамном внедорожнике, а на обычном кроссовере без каких-либо доработок. Наш Outlander оснащен мотором 2,4 литра, бесступенчатой трансмиссией, полным приводом и обут в штатные шоссейные шины. Выберется ли он из глубокой колеи самостоятельно или придется вызывать группу поддержки? Проверим. Прежде чем углубляться в дебри, подготовим машину. Стравим давление в шинах, активируем полный привод, выключим противобуксовочную систему и заблокируем муфту. Кстати о муфте. Агрессивное прохождение внедорожного участка может активировать защиту от перегрева. На приборной панели появится вот такая пиктограмма, и автомобиль настоятельно потребует остановки и отдыха. Бояться этого не стоит. Дело в том, что электроника предупреждает водителя о чрезмерной температуре узла заранее, не доводя до фатальных последствий. Другими словами, отдохнет, остынет, и можно спокойно ехать дальше. Итак, мы готовы. Можно выдвигаться на бездорожье. Сегодняшняя наша цель – покорить глубокую колею. Первое, что стоит отметить, это излишний страх водителей перед колеей. А зря. Стоя в лыжне, автомобиль никуда не соскользнет и не скатится, будет ехать прямо. А благодаря высокому дорожному просвету Mitsubishi Outlander может в колее проехать достаточно далеко. Водителю остается не тормозить и держать скорость. Все остальное кроссовер сделает сам. Но лучший способ подстраховаться – это увидеть своими глазами и оценить в спокойной обстановке. Так что особо сложные участки предстоит пройти пешком и уж потом проехать на машине. Колея становится очень глубокой. Цепляем днищем. Надо выбираться из лыжни. Вперед ехать не стоит, можем сесть. Поэтому поедем назад. Кстати, задним ходом автомобиль намного сноровистей преодолевает препятствия. Даже в скользкую горку, в которую не удается заехать прямо, многие опытные водители заезжают кормой вперед. Не вышло. Пока автомобиль не сел фатально, поможем ему выбраться. Окопаем лопатой края колеи, сделав их пологими, и машина выйдет. Немного не хватает зацепа, резины не хватает. Используем старый шоферский прием, о котором мы рассказывали в предыдущих роликах. Профессионалы и спортсмены для этих целей используют сантраки – полосы из рифленого алюминия, которые кладут под колеса ради создания зацепа. У нас такого снаряжения, согласно условиям испытания, нет. Поэтому будем использовать подручные средства. О, выехал. Сегодня нам повезло, мы смогли самостоятельно выбраться из западни. Но так легко бывает, увы, не всегда. Иногда нужно проявить недюжий талант и знания, смекалку и терпение. Но об этом мы поговорим с вами в следующем видео. Жмите колокольчик, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео. А я с вами прощаюсь. Увидимся. Пока.